Всем привет! С вами Артур Михеев и новое шоу, посвященное мобильным приложениям, которые помогут вам круто обрабатывать и снимать видео при помощи вашего мобильного девайса. Конечно, о гибкости и крутости, скажем, After Effects придется забыть, но, эй, это ж мобильные приложения. И сегодня мы поговорим о весьма неплохой программке под названием Animoto. Что же это такое? Animoto — это приложение, позволяющее в пару тапов по экрану вашего смартфона или планшета создавать весьма качественные и интересные видеоколлажи из любых фотографий и видеороликов, которые есть у вас на девайсе. Что, несомненно, радует, так это простота и доступность интерфейса. Справится даже ребенок. Все, что нам нужно, так это выбрать тему. Тут их довольно много, кстати. Выбрать музыку. Сделать это можно либо из уже зашитых в программу треков, либо закачав в телефон свою. При этом программа непременно напомнит вам об авторском праве. Хотя можно вполне обойтись и стандартными композициями, которых хватает, и которые весьма кстати удобно рассортированы по жанрам. К слову сказать, программа работает только при наличии соединения с интернетом, без которого вы, кстати, и встроенные треки оценить не сможете. Так что помните об этом. Также нам нужно будет сразу добавить текст, который будет использоваться в нашем видео, если он, конечно, вообще вам нужен. Текст автоматически подстроится под выбранную вами ранее тему. Ну и, конечно же, выбираем любые фото и видео, которые мы хотим добавить в проект, и нажимаем на кнопку «Сделать круто». Жаль, такой кнопки нет в продукции компании Adobe. И программа автоматически за несколько секунд создаст вам превьюшку вашего видео. Чтобы сохранить его и получить возможность скачать, придется зарегистрироваться или просто авторизоваться через Facebook. Увы, у программки есть и минусы. Так, например, Full HD результат ваших стараний можно получить только за дополнительную плату. Да и видео, которые вы захотите использовать в проекте, по умолчанию будут ограничены 5 секундами. В программе предусмотрена платная подписка, которая позволит снять эти ограничения. Справедливости ради стоит отметить, что Animoto доступен как для мобильных устройств на Android и iOS, так и для браузера на вашем домашнем ПК. Чтобы начать работу, нужно опять же просто зарегистрироваться. Платная подписка, конечно, есть и тут, но есть и бесплатный пробный период. Конечно, надо понимать, что программка больше подходит для тех людей, которые либо не сильно разбираются в профессиональном монтаже и видеоэффектах, либо для тех, кому просто не хочется особо заморачиваться. В общем, как итог, Animoto — это неплохое, условно-бесплатное приложение с простым и понятным интерфейсом, которое поможет вам создавать симпатичные видеоколлажи и впечатлять друзей, не особо знакомых с профессиональным монтажом.